Друзья, приветствую вас, на связи Алексей Барышев. У меня, даже не знаю, как выразиться, это очень хорошие новости. Только что, буквально, 15 минут назад, что-то не догадался сделать запись экрана. Значит, видел вот своими двумя глазами рекламу. Значит, смотрите, предыстория такая, то есть мне написала женщина с Украины, вот, говорит, что в одном из браузеров, я не буду сейчас говорить в каком, то есть у нее показывается реклама. Я установил его себе, у меня не получилось, но суть не в этом. Я созвонился с ней, она мне показала экран, и у нее действительно шли просмотры рекламы. Вот, правда, она, когда вошла, именно авторизовалась на сервисе, значит, тогда уже как бы реклама это не показывалась. Это на самом деле не важно. Но что меня больше всего удивило, то есть помимо того, что реклама уже показывается, и это идет превью, как бы не превью, а реклама перед видео. То есть как на Ютубе есть, когда вот вы смотрите, включаете какое-то видео, идет какой-то рекламный ролик, какой-то, вы его можете пропустить, нам лучше этого не делать будет в дальнейшем. Вот. И как бы за такие рекламные ролики нам и будут платить. Именно не за просмотр полного видео, а именно за просмотр рекламы в начале видео. Что меня больше всего удивило и мега обрадовало, реклама была на русском языке, для Украины адаптированная, с рекламой жилищного какого-то комплекса. Не запомнил название, извиняюсь, но реклама жилищного комплекса в Украине, который там продается. То есть, что я могу сказать? То есть, уже есть даже реклама и для Украины адаптированная. Скорее всего, есть она и для, не знаю, для скольких еще стран. Но если есть для Украины, то я думаю, есть и для России, есть и для ближайших стран, вот, как минимум. Так что компания сейчас это все тестирует. Видно, что где-то видно проскакивает, где-то не проскакивает. Вот, так что, вот хотел такими новостями поделиться, я на эмоциях это все, я не представляю, каких трудов стоило компании по всему миру договориться уже с рекламодателями, но что я могу сказать, что как минимум одного, это первое видео, которое было включено, то есть как минимум одного я лично видел, да, какой-то жилищный комплекс в Украине. Супер новости, и я думаю, что все будет гораздо быстрее, и этот старт произойдет так же неожиданно, как и в нашу жизнь ворвалась компания THW Google. На этом у меня все, друзья. С вами был Алексей Барышев. Пока. Друзья, если это видео было полезным для вас, ставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Также буду рад вашим комментариям под этим видео.